Непентофильм представляет. Совместно с Sirena Film, Storm Films, Nordisk Film Distribution, Trunert, Filmlands International, Villaverden Film. Я же говорил, все так и было. Ваше здоровье. Все пьют за вас. Мадам Аделла. Юному принцу пора купаться. Мадам Аделла. Что случилось? Они мертвы. Лорд. Закрыть все ворота и обыскать замок. Вы слышали мастера меча? Быстро! Закрыть ворота! Обыскать замок! Живо! Шевелитесь, я сказал! Быстрее! Мастер меча! Да. Вы должны это видеть. Что? Вам не понравится. Это кузен мессира Дракона, Никодемус. Показывай, солдат. Туда. Малыш Никодемус. Я пошлю за судьей. Пробуждающая совесть. Поехали. Не смотри на нее.
одна хочешь свататься к принцессе. Тея, теперь ты. Дина, что ты тут делаешь? Я хотела посмотреть, во что вы играете. Тея, не смотри. Дина, ты совсем рехнулась? Тихо. Чудная ты. Ты надеялась, что мы станем играть с ведьмой? Иди домой. Здесь тебе не рады. Зачем уходи, ты пришла? Иди к своей матери. Мы не будем с тобой играть. Смотри на меня. Смотри мне в глаза, Сила. Смотри мне в глаза. Я увижу, кто ты есть. Какая ты? Смотри на меня, Сила. Трогала! Вали к своей матери, ведьме! Дэвин! Дэвин, а я есть! Сейчас дождемся Мелли и пойдем. А где Дин? Да скоро будет, надеюсь. Дэвин! Дэвин! Где ты была? Привет, Дина! Тебя мама ищет. Идем, Мелли. Из-за тебя ужина еще нет. Ничего, переживешь. Только ты не боишься на меня смотреть. Дина, подойди ко мне. Иди сюда. Посмотри на меня. Ты стыдила Силу? Ну и подумаешь, тоже мне беда. У меня все равно нет друзей. Меня все кругом боятся. Когда ты смотришь на других людей, они видят все то, что давно хотели бы позабыть. Все, за что им совестно. Это пугает их? Так нечестно. Почему это со мной? Почему не с Дэвином и не с Мелли? Потому что ты особенная. У тебя дар. Но его надо использовать мудро. Какой это дар, если меня все боятся? Это дар. Но тебе нужно научиться понимать, когда можно использовать его, а когда лучше не стоит. Тогда я вообще не буду. Стоять. Добрый вечер. Мир вашему дому. И вам мир. Ты Милусина Тонера? Да, я. А твое имя? Я здесь не от своего имени. Уймись. Я привез послание из Дунарка. Князь Эбнессер, его беременная жена и четырехлетний сын убиты. В их смерти подозревают сына и наследника князя Никодемуса Ворона. Срочно приезжайте в Дунарк. Всезнающие глаза, пробуждающие совесть – наша последняя надежда, так как Никодемус не признается. Корона под угрозой, и если промедлить, то все станет только хуже. Я немедленно еду. Дэвин, позаботься о Мэле и Дине, пока меня нет. Обещаю. Я слышал, судья послал за пробуждающей совесть. Именно так.
У мессира есть возражение? Я удивлен, что совет счел это нужным. А Никодемус сознался? Еще нет. Мы не сомневаемся, что Никодемус виновен, но пробуждающая совесть – единственный способ доказать это. А мама еще не вернулась? Скоро вернется Мелли. Скоро. Это дом пробуждающей совесть? Да, но ее нет дома. Да, я знаю. А ты ее дочь? Да, Дина Тонеро. Мое имя Дракон. Дина, меня прислала твоя мать. Ей нужна твоя помощь. Зачем? Пусть лучше она объяснит сама. Не надо бояться. Ты же не боишься? Нет. Если готовы, едем. Дина. Возьми с собой. Дэвин. Ничего не случится. Я смотрела в глаза. Делай, как говорю. Пока, Дина. Пока. Одну минуту. Входи. Мама? Дина? А ты что здесь делаешь? Зачем она здесь? У вас трое детей, мадам. Но ваш дар передался одной только Дине и больше никому. Может, Дина увидит то, что не удалось увидеть вам. Так мессиру нужна Дина? Пробудить совесть Никодемуса? Я с огромным почтением отношусь к вашему дару, мадам. Но Дина еще дитя. Я понимаю, но я должен испробовать все. Дина – моя последняя надежда на правосудие. Я видела душу Никодемуса. Он не безгрешен, как и все люди. Но злодеяние, о котором вы говорите, господин, он не совершал. Дина?
Я потерял всю свою семью. Князя, княгиню Аделлу, их нерожденное дитя и 4-летнего сына. Никодемуса нашли пьяным, с ножом, и он был весь в крови невинно убиенных жертв. Я умоляю. Дина, помоги мне. Я сам себе буду противен, если отпущу убийцу. Дайте нам поговорить наедине. Я понимаю. Он смотрит в глаза. Да. Он определенно не стыдится. Дина. Я не буду. Но ты должна. Я не хочу. На кону человеческая жизнь. Пробуждающий? Но, мама, я не могу. Уважай этот знак, как уважали наши предки и я. Просто посмотри ему в глаза и скажи дракону, что увидела. Заходи, Дина. Подойди. Дракон. Оставьте нас. Вино. Тебе ведь сейчас нужны силы. Кто это? Дочь пробуждающей. Дина Танера. Боже, нет. Я больше не вынесу. Не сейчас. Пожалуйста. Дракон! Пожалуйста, уйди. Спасибо, мадам. Называй меня Дина. Дина. Тогда ты зови меня Ника. Друзья так зовут. Посмотри на меня. Смотри на меня. Смотри мне в глаза, Нико. Я вижу тебя. Я вижу тебя сейчас. Сражайся, Никодемус. Ты стыдишься, что пил? Ты немощный. Ты должен прославить свое имя и дом ворона. Бей, дракон. Ты стыдишься, потому что отец считает тебя слабым. Ну же, дракон. Ты кровавый тиран. Немощный. Ты стыдишься, что соблазнил молодую жену отца. Аделла. Бей! Аделла! Так это ты? Ты стыдишься, что хотел убить своего отца. Сражайся, Никодемус! Нет! Нет!
Драко! Все спокойно? Да, мессир. Хорошо. Хорошо. Дина? Я не увидела вины. Он стыдится многого, но он не убивал своего отца и свою семью. Спасибо, Дина. Подойди. Перестань! В чем дело? Пусти! Пусти меня! Пусти! Нико, помоги! Дракон! Теперь забудь о помиловании. Ты убил пробуждающую совесть. Что это? Пусти меня! Нож! Он мал, но он остается ножом. Пусти меня! Ты обретешь покой. Пусти меня. Пусти меня. Я вижу тебя. Теперь я тебя вижу. Невозможно. Ты был рожден, чтобы править, мой мальчик. Брысь, негодник! Пошел вон, дракон! Нет. Да. Умри! Это ты. Где моя мама? А где дракон? Где моя мама? Она скоро придет. Сядь, подожди ее здесь. Вот так. Умница.
Малисея, мать Дракона. Люди Дракона убьют меня, когда найдут его. Он мертв? Надеюсь. Пошли. Куда мы идем? Спускаемся к воде. За мной. Возьми. Они не войдут. Драконы? Тут есть подземный ход. Идем. Следуй за мной. Считай их большими ящерицами. Идем. Нико. Я вижу. Просто иди вперед. Давай, Дина. Драко, иди сюда. Драко! Драко! Ничего, малышка. Ты сильная. Все то, что люди хотели бы позабыть. Все то, за что им совестно. Все, малышка. Все, Дина. Когда можно использовать этот дар? А когда лучше не стоит? Травы исцелят тебя и прогонят яд. Ты сильная. Она работает.
11 месяцев и 2 дня, но даже эта лучшая машина каждый день теряет энергию и в конце концов остановится. И этот двигатель не вечен. Так зачем вообще пытаться? Хотя наука и полагает это невозможным, надо пробовать. Все невозможно, пока не получится. Нико? Дина? Ну как ты? Я даже не знаю. Пить хочешь? Голодная? А где мы? Дома у мастера Маунаса, моего наставника. Доброе утро, Дина. Пойдем, я сварил суп. Вот, садись. И еще щепоточку соли. О! Стало быть, не соль. Это я. Она, хорошо. Уже встала, малышка? Моя племянница. Я Фру Петри. Она аптекарь. Ну-ка. Я пришла сменить повязку. Когда отпустим их? У ворот поставили стражников. Им нужно уходить быстро. Куда уходить? Я не уйду без мамы. Дракон и его люди повсюду ищут тебя. Уже прочесали весь Нижний город. Скоро придут к нам. Дракон? Он не умер? Увы, нет. Ты ударил его ножом в шею. Как ему удалось выжить? Нелегко сейчас убить пьющего драконью кровь. Драконью кровь? Она дает огромную силу человеку, правда, ненадолго. Никодемус пытался убить дракона и бежал с дочерью мадам. Я не могу объяснить их побег, как и нападение на мессира дракона. Зачем это делать невиновным? Зачем бежать? У меня нет ответа. Довольно разговоров. Мадам Танера нам больше не поможет. Сейчас у нас есть другое неотложное дело. Дунарку необходим правитель. Нужно провозгласить нового князя. Время воронов прошло. Нет, дракон. Пока вина Никодемуса не доказана, он по-прежнему должен наследовать дунаркский трон. А в его отсутствие я здесь верховная власть. Конечно, я понимаю ваше решение, мессир. Благодарю, мессир. Однако у меня тоже долг перед Дунарком, народом и потомками. Я освобождаю мессира от его обязанностей. Что все это значит, мессир Дракон? Я вам больше не мессир, дорогой судья. Я теперь князь. Нет! Кто-нибудь желает последовать за судьей? Или я могу рассчитывать на вашу абсолютную верность Ордену Дракона? Мы извещаем всех жителей Дунарка, что Никодемус из Дома Воронов признан виновным в убийстве своего отца-князя, его жены княгини Аделлы и их сына Биана из Дома Воронов. За свои злодеяния он должен поплатиться жизнью. Никодемус Ворон лишается всех прав, всего имущества, всех титулов и наследства и объявляется вне закона. Все здоровые мужчины могут поступить в гарнизон. Наш князь-дракон щедро наградит тех, кто будет верно служить ему. Да будет известно всем. Поскольку дом Ворона остался без наследника, власть над Дунарком переходит дракону. Провозглашенному князю-дракону
и кровному сыну князя Ворона. Князю-дракону нужны мужчины всякого роста. Наступила новая эра. Дом Ворона пал. Над местом падения Ворона воспарил дракон. Если наследника дома обвиняют в убийстве семьи, то дому конец. Что такое кровный сын? Дракон утверждает, что он незаконный сын моего отца. Что был рожден вне брака. Да. Это так? Правда? Да. Дракон, твой брат. Тебе запретили рассказывать, но... Нико, выслушай. Твой отец не возражал, чтобы дама Лисея вошла в его опочивальню. Вот так. Ясно. Но он не собирался давать этой женщине власть и делать ее женой. Раз дракон брат Нико, он стал его наследником. Да. Откройте именем князя дракона. Идем, эй, быстро. Идем. Так, забирайся в сундук, Нико. Открывайте. Идем, скорее, залезай. Прячься, накройся. Что ж, ломаем дверь. Что вы делаете? Уйди с дороги, мастер. Что? У нас приказ обыскать дом. Приступайте. Эй, нет, 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 не трогайте. Не мешай нам. Нет, только не это. Нет, нет, перестаньте. Ай, это же такая редкость. Вы просто не представляете, что творите. Ну вот, этот дым ядовитый. Немедленно выходите, пока не отравились. Все во двор. Ну! Никто не уходит. Продолжайте искать. Это простой аммиак. Еще один фокус, мастер Малмос. А! Отвечай, где Никодемус Ворон? С чего бы мне укрывать убийцу? Я много лет его не видел. Какой аппетит у вас, мастер. Всегда едите за троих. Здесь его нет. Я все проверил. Нет, он здесь. И отродье ведьмы тоже. Клянусь, его здесь нет. Во двор его. Нет, дракон. Не делай этого. Все во двор. Так же нельзя. Умоляю. Дракон. Дракон, молю тебя. Дракон. Не надо. Дракон. Этот старик посмел ослушаться князя дракона и будет наказан. Ступайте по домам, тут все в порядке. Взять девчонку. Нико! Выбирайся, сгоришь! Нико! Нико! Thank you.
Никодемус Ворон мертв. Что же ты за человек? Увести старика и девчонку. Опасно играть с огнем, мастер Маунус. Пошли! А ну, выворачивай карманы! Брось его! Девчонка! Найди ее! Как сквозь землю провалилась. Что, князь-дракон испугался пробуждающую совесть? Ты открывался? Ну, конечно же, нет. Смотрела? Пыталась и ничего не увидела. Чего тогда боится дракон? Если мы устроим публичную казнь ведьмы-матери, не вылезет ли тогда ее отродье из своей норы? Наш народ любит хорошие казни. К тому же это может украсить мою коронацию. Никто не смеет казнить пробуждающую. Люди боятся ее. Но я избавлю их от этого страха. Освобожу народ. Я освобожу свой народ. Пошла отсюда! Ножом пырну! Тут же много места. Я кому сказала? Чудная какая!
Ну и ладно. Ты там, Роза? Выходи. Сегодня подружку привела? Мы не подружки. Дайте хлебушка. Иди отсюда. Ты смогла? Поменяешься со мной одеждой, поделюсь. А я сразу поняла, что ты чудная. Дай мне хлеба. Дам в обмен на одежду. Постой! Идем. Только очень тихо. Роза, это ты? Да, мама. Где ты была? Гуляла. Спи. Кто там безобразничает? Что ты потерял в моем сундуке? Это не твой. Все здесь мое. Твоего здесь ни лоскуточка нет. Пошла прочь. Аун, не надо. А это еще кто такая? Это моя подружка. У тебя нет подружек. Где ты была? Отвечай. Я тут хозяин. Ты в моем доме. Никакой ты не хозяин. Отдай мои вещи. А он не надо. Это же сестра. Да какая сестра? Ты нагуляла ее. Она не от моего отца. Если она хочет тут жить, пусть отрабатывает еду. Пошла вон. Пошла. Пусти. Вон. Пусти, вон. Пусти меня. Идем. И ты тоже. Проваливай. Смотри на меня. Теперь я вижу тебя. Как ты жалок. Я знаю, чего ты боишься. Что над тобой будут смеяться. Как тогда на постоялом дворе. И мы смеемся. Мы уходим, но мы смеемся над тобой. Ты посмешище. А он? Так это тебя ищут по всему городу. Ты пробуждающая совесть. Идем. Я Дина Танера, и можешь не смотреть мне в глаза. Как ты это делаешь? Делаю просто. Давай еще разок.
Я словно... Тебе нечего стыдиться. Нечего? Ты — это ты. И неважно, кем был твой отец. Ты поможешь? Помочь? Мне нужна аптекарша Фру Петри. Только она может отыскать мою маму. В таком виде тебе нельзя идти. Смотри. Да уж. Я все равно похожа на себя. Ты выглядишь как простой мальчишка. Какой-то странный мальчишка. Да никто тебя не узнает. Вот видишь. Нужно найти Фру Петри. Там. Дракон, до завтра его должны выманить. А завтра что будет? Коронация князя дракона. А потом еще казнь ведьмы. Что еще за ведьма? А та, что пыталась оправдать зверя Никодемуса. Она виновна в колдовстве и измене. Завтра ее бросят драконом. Идем, Дина. Бежим. А? Пустите. А ну, пойдем. Пустите меня. Пустите. Показывай, что ты украл. Странный паренек. Что натворил этот недоумок? Бежал и не останавливался. Встань, мальчик. Вставай. Опасного преступника поймал Эсмер. Вот это добыча. Отдай ремень, пусть идет. Дай. Ну, продолжим. Можно мне мой ремень? Слишком нежные руки. У мальчишек таких рук не бывает. Посмотри на меня. Пустите! Посмотри, я сказал! Вот как ты обращаешься с теми, кто слабее. Ты меня скормишь драконом? Я вижу. Я вижу тебя. Во что ты ввязался? Разве тебе не совестно?
Ты же дочь ведьмы. Назад! Она ведьма! Стой! Унеси ее. Роза! Помоги! Пустите меня! Простите. Роза! Спаси меня! Пустите! Дима? Отпустите меня! Уймись! Отпустите! Открывай! Дима! Мама! Дима! Да, подойди к нам. Что скажешь? Для княжеской коронации подходит? Да, несомненно. Нужно поговорить. Оставьте нас. При всем почтении, я хочу выразить опасения из-за выбора князя. Мы не можем публично бросить дочь ведьмы драконам. О чем ты, мастер меча? Мы можем. Драконам понравится. А что ты предлагаешь? Казнить ее, конечно же. Но по-другому. Или мужчины огорчатся. Они не любят, когда убивают детей. Она ведьма и заслужила драконов. Зачем это ненужное внимание, когда я могу все решить втайне? Мастер меча прав. Нам нужны сторонники дракон. Какой у тебя план, мастер меча? Забрать ее ночью. Чтобы люди думали, что князь дракон лишь изгнал ее. Вас сочтут милосердным. Вот как. Дракон милосердный. Это благородно, мастер меча. Но я искал ведьмино отродье по всему Дунарку не для того, чтобы отправить ее в изгнание. Она умрет. Непременно умрет. Но люди решат, что ее освободили. А что может быть свободнее полета с наших скал? Достойный конец для ведьмы. Но сначала я перережу ей горло. Исполняй. Thank you.
Уходите. Дина! И не возвращайтесь. Стойте! А моя мама? Дракон убьет ее. Ты с этим ничего не поделаешь. Спасайся сама, Дина. Уходите. Без мамы я никуда не пойду. А ну пошла отсюда! Дракон тебя убьет! Если ты не поможешь. Я не могу помочь. Ты хочешь справедливости. А при власти дракона ты не выдержишь. Князь умер. И Никодемус, и Аделла, и Биан. Будущее за драконами. Моя мама невиновна, как и они. Ты знаешь это. Долг велит тебе помочь нам. У тебя нет выбора. Почему это? Ведь ты знаешь, что правильно, а что нет. Я же видела. И сейчас вижу. Ты многих убил в бою, не стыдясь. А теперь тебе стыдно, что позволил дракону стать князем. За Аделлу. И Нику. И малыша Биана. Ты хочешь поступить правильно. Да, будь я проклят. Ты знаешь, где дом аптекарши? Фрау Петри. Девочки, вылезайте. Быстро. Скорей. Бегу. Туда. Туда. Да. Чего вам? Дина. Скорей. Скорей заходи. А это кто? Моя подруга Роза. Зачем пришел? Давай поговорим в доме. Ему можно верить, фру Петри. О, нет. Я не причиню вам вреда. Ника! Сэр Никодемус, я прошу прощения, что сомневался в вас. Зачем ты пришел? Я присягаю на верность дому Ворона и клянусь своей жизнью сражаться против дракона. Поднимись. Вставай. Мессир. Я тебя оплакала. А я тебя. Но ты был в доме и упал в море. Ты закричала, и я понял, что пора выбираться. Я был не в доме. Нико! А где? Снаружи и немного снизу. Нико! Только двое моих людей верны дому Ворона. Остальным верить нельзя. Боятся дракона. Значит, избегаем стычек. Сейчас главное – вызволить маму Дины. Это невозможно, пока дракон не умрет. Ты должен взойти на трон, Никодемус. Тебя нужно оправдать, а дракона разоблачить. Цель благородная, но на нашей стороне только справедливость. А вот у дракона есть армия. Пока дракон думает, что Дина и Ника мертвы, а мать Дины в тюрьме, у нас преимущество. Вот если бы Дине подойти к дракону и заглянуть в душу, как заглянула в мою. Я не знаю, смогу ли.
все увидят его вину, твою маму освободят. Вот он твой шанс, Дина. И я хочу помочь. У тебя дар? Нет, у меня нож. Нож, значит. Пошлю весточку твоим брату и сестре. Спасибо. Доброй ночи. Доброй. Смотри на меня. Что? Смотри на меня, тогда я все смогу. Готова восстать из мертвых. Эту надо бросить в темницу. С ведьмой дружит. Забирай ее. Понял. Да как же? Ее-то за что? Где ты был? Я уж думал, ты все пропустишь. Мы не будем смотреть на казнь невинных. Мы остановим ее. Пора решать, за кого вы. Мы служим князю дракону. К несчастью, мы это знали. Слава! Здравствуй, князь Дракон! Мой возлюбленный народ, вы лишились вашего князя, а я потерял отца. Но сегодня я восстановлю справедливость! Ведьма, которая сговорилась с убийцей Никодемусом Вороном, умрет! Thank you.
А значит, сегодня надежда снова воссияет над Дунарком, и начнется эра дракона! Позволяю решить вам судьбу этой ведьмы! Стоп! Кто посмел? Пробуждающая совесть! Смотрите на нее! Это дракон убил свою семью! И не смеет посмотреть мне в глаза! Пусть он спустится и посмотрит мне в глаза! Он хочет покончить с моей мамой! Как покончил с домом Ворона! Дракон убийца! Дракон не смеет посмотреть ей в глаза! Ну, погоди, мерзавка! Нет, смотри мне в глаза! Хватит, ведьмин отродье! Что ты можешь сделать? Думаешь, я сейчас разрыдаюсь от стыда, так? Давай, дракон, посмотри на нее! Он не смеет. Ну? Будь по-твоему. Я тебя вижу. Давай, смотри. Я никогда этого не стыдился. Я отнял их жизни с гордостью и радостью. Мы все видели! Они просто презренные ведьмы! Стража, взять мастера меча, он предатель! Нет! Сегодня... Мы положим конец злу в Дунарке отныне и навеки! Казнь ведьмам! Ведьмам смерть! Открыть драконьи ворота! Я не буду! Беги, Дина. Беги.
Посмотрите на себя. Разве вы хорошо поступаете? Посмотрите на себя. Посмотрите. Это достойный поступок. Загляните внутрь себя. Вы поступаете правильно? Посмотрите на себя. Разве вы поступаете правильно? Моя мама поступила правильно. Это дракон всех убил. Дракон виновен. Но дракон не стыдится этого. Обменяете дракона бессовестного на нашей жизни? Никодемус невиновен! Дракон-убийца! Если вы не пойдете за мной, вы все умрете! Откройте драконьи ворота! Ну! Под стражу! Они заодно с ведьмой! Взять его! Прощай, братик. Прикончи его, Нико! Будь мужчиной. Отец был прав. Нико! Покончи с этим! Ну! Сделай это, ты сможешь. Ну давай же! Нико! Быстрее! Скорее! Ханес! Ханес! Быстрее! Ханес, уходим! Склянка у тебя? Да. Все за мной.
Здесь живет клан Кенси. Приветствую, Высокогорье. Разве мы могли не вернуться? Я так и говорила. Отлично сражались, теперь хорошо погуляем. Отрастают кудри. Да, Дина? И Дина, скоро будут косы, как у Мелли. Волосы вмиг отрастут. А вы знаете, мне здесь так спокойно, как дома никогда спокойно. Смотришь на звезды? Я мог убить его. Там, на площади. Если выпадет еще шанс, пощады дракона не будет. Когда, а не если? Когда будет шанс? Режиссер Кеннет Кайнс. Автор сценария Андерс Томас Йенсен. По бестселлеру Лины Кобербёль «Пробуждающая совесть». Продюсеры Нина Линк и Ева Джоэл Хамерих. Оператор Лесса Франк.
Художник-постановщик Вальдемар Калиновский. Композитор Йеппе Кос. В ролях: Ребекка Эмили Сатрап, Петер Плаукборг, Якоб Офтебро, Мария Боневи, Сёрен Малинг, Стина Экблад, Петра Мария Скотт и другие. На русский язык фильм дублирован в студии «Позитив» по заказу компании «Новый фильм».